Армения. Страна, где рядом уживаются человеческое прошлое, настоящее, будущее и вечность. С армянского Нагорья начинается сотворенная Богом мировая история. Уже в первых письменных источниках, в легендах и мифах, например, в шумерском Гилгамеше, в платоновском государстве, в Ветхом Завете, Армения упоминается как страна Арарат, библейская страна, где находился небесный рай, а чужие искали истину и бессмертие. После всемирного потопа вместе с Ноем по склону горы Арарат зашагала новая цивилизация. Провозглашая начало новой жизни, символом которой стал голубь с веткой оливы в клюве. И далеко не случайно, что этот очаг цивилизации превратился в нерукотворный алтарь христианства. Эхо христианского учения прозвучало в армянском Нагорье еще при жизни Бога человека. Мовсес Хорынаци в своей истории Армении упоминает о том, что принявший христианство царь армянской Эдессии Абгар в письменном послании пригласил Иисуса Христа посетить его царство. Будучи хорошо осведомленным о гонениях на Христа, он пишет: «Хотя мое царство небольшое, хватит места нам двоим». В вышеупомянутом историческом труде есть одно очень примечательное свидетельство о том, как царский посланник Анан рисует портрет Иисуса и с ответным письмом передает его царю Абгару. Рисунок и по сей день хранится в Генуе, в бывшей армянской церкви. И все же в Армении лишь только в 301 году христианство было провозглашено в качестве государственной религии. Благодаря усилиям святого Григория Просветителя, армяне отказались от языческой веры и приняли христианство. Эти события подробно описывает в своей истории Армении очевидец тех событий Агатангирос. Он пишет о том, что архитектурный образ строящейся первой христианской церкви возник еще в видениях святого Григория. Увидел четыре колонны, удивительные своды вместе сплелись на колонных крестах, и над ними увидел куполообразное, прямоугольное и удивительно воздушное божественное строение.
301 году в столице Вагаршапати начинается строительство Эчмиадзинского кафедрального собора. Такое центрально-купольное архитектурное строение легло в основу армянского культового строительства, которое получило свое дальнейшее развитие и распространение в мире благодаря усилиям армянских и европейских архитекторов. Данный факт подтверждает и французский ученый Ле Куэн, отметив, что по такому церковному вдохновению строились многие церкви христианского мира, например, русские церкви, скандинавские храмы, французская Жермини-де-Пре и многие другие. Кафедральный собор Эчмиадзина, впоследствии также церковь святого Теодороса в Багаране, укореняют особую разновидность армянских крестообразных центрально-купольных церквей. Их внешние и внутренние строения в плане являются крестообразными, четырехапсидными, а купол опирается на четыре свода. Однако храм святого Теодороса, который находится в Западной Армении, на территории современной Турции, был разрушен, приняв печальную участь тысячи армянских архитектурных творений. Такая разновидность храмовой архитектуры позднее распространилась также в Европе. Ярким примером служит собор Святого Марка в Венеции. Այդ եկեղեցական տիպը նաև կիրառվեց Վրաստանում, շնորհիվ հայ ճարտարապետների և շինարար վարպետների։ Հայ ճարտարապետ Թոդոսակը Վրաստանի Աթենի Ну, բնակավայրում կառուցեց սուրբսիոն եկեղեցին, որ այսօր էլ կանգուն է, և շինարական արձանագրությունը կար, ես Թոդոսակ կառուցող սրբո եկեղեցու, և հետո հայ վարպետներ և նույն Թոդոսակի մասնակցությամբ կառուցվեց վրասական ճարտարապետության գլուխ գործոս և միջնադարում մայր եկեղեցի, ջվարի եկեղեցին, Մծխետի ջվարի, ջվարի վրասին նշանակում է խաչ, մի խոսքով Մծխետի սուրբ խաչ եկեղեցին, որ նույնպես այսօր կանգուն է։ Результатом проникновения христианства из Армении в Грузию и в остальные соседние государства стало укоренение эчмиадзинско-багаранского типа церкви в церковном строительстве. Шедевром центрально-купольных церквей и вообще армянской архитектуры является собор Звардноц. Построенная католикосом Нерсесом в VII веке, эта трехэтажная церковь стала новым словом в архитектуре. 45-метровой высоты с внутренним крестообразным строением церковь снаружи имела круглую форму. VII век воистину можно назвать золотым веком армянской архитектуры, о чем утверждает большой знаток армянской архитектуры Якобсон.
На первый взгляд кажется невозможным взаимосвязать ряд купольных сооружений, расположенных на Балканах, в Италии, на французских и испанских землях. Однако все они классифицируются как купольные сооружения армянского раннехристианского периода. За короткий промежуток исторического времени волны из Арарата идут в сторону Европы. Такое заключение сделал выдающийся австрийский искусствовед Йозеф Старжиговский на основе проведенных исследовательских работ. Это далеко не единственный пример влияния армянской культовой архитектуры. Такие примеры обнаруживаются в истории Запада с периода распространения раннего христианства. Армянская духовная мысль оставила свой отпечаток на Западе еще задолго до гения церковного строительства. Армяне на протяжении веков распространяли христианство по всему миру. Часто даже причислялись к лику святых у европейских народов. Европейская церковная историография указывает на тот факт, что армянская духовная молитвенная школа возникла даже еще до принятия христианства в качестве государственной религии. По имеющимся во Флоренции многочисленным историческим источникам и дошедших до нас устным рассказам, некий святой Минас, по национальности армянин, со своими единомышленниками в области Тоскана проповедовал новую религию христианства, из-за чего был арестован, перенес множество мучений и в конце был обезглавлен на берегу реки Арно 25 октября 250 года. Fu martirizzato, samminiato martire armeno, di nome negli antichi documenti di Minas. Minas fu santificato, canonizzato dalla voce di tutto il popolo, perché col suo ardore e con la sua grande fede aveva trasformato questa città, piccola città romana, ma soprattutto le campagne della Toscana in regioni di fervida fede cristiana universale. Perciò ogni anno noi veneriamo, preghiamo, ricordiamo questo santo martire che è venuto dall'Armenia, ha portato la fede nell'Italia, nell'Europa. Одна из церквей во Флоренции названа в честь армянского проповедника, которого местные жители называли Сан Миниато. Первое упоминание о церкви датируется 783 годом. 1018 году флорентийский епископ Ильдебрано на месте святой часовни строит новую базилику, и в процессе строительных работ под фундаментом обнаруживаются мощи Сан Миниато. Благодарные флорентийцы
наверху главного апсида золотыми буквами написали: «Святой Минас, царь армянский». Ежегодно 25 октября флорентийцы отмечают День памяти хранителя города Сан-Миниато. Только в Италии известны около двух десятков святых с армянскими корнями. Et que certains de ces personnages sont même considérés comme des saints d'origine arménienne dans notre propre calendrier. On pense par exemple à Saint Servais ou Saint Macaire, mais il y en a d'autres, je pense aussi à Saint Grisole. Ce sont tous des personnages des premiers siècles de l'ère chrétienne qui ont un lien ou une origine avec l'Arménie, grâce au fait que l'Arménie devenue chrétienne est entrée dans ce monde qui la dépassait à l'époque. Alors ces saints-là, ils sont célèbres chez nous évidemment pour des raisons d'évangélisation. Ce sont ces personnages qui ont fait partie des premières générations, qui ont christianisé nos contrées ici, ce qui n'était pas encore la Belgique à l'époque, mais ce qui faisait partie de la Gaule, de l'Empire romain. La plupart de ces personnages, ils sont connus aussi parce qu'ils ont connu une mort dans le martyre, puisqu'une des particularités de l'évangélisation, c'est qu'elle passe en général par le martyre de ceux qui la propagent. C'est le cas de Saint Grisole, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres saints. Один из святых с армянскими корнями в IV веке проповедовал в Бельгии и Голландии. Из воспоминаний местных речь идет о святом Сан-Серватиусе, чье армянское происхождение, к сожалению, утаивалось. Множество источников указывают на его армянские корни. В одном из центральных кварталов Брюсселя возвышается великолепная церковь, которая носит имя Святого Серватиуса. В Бельгии и Голландии построен ряд церквей, увековечивающих его имя. Сан-Серватиус известен также как епископ Тангрийский, откуда он перебрался в Маастрихт, современная Голландия, где в 384 году скончался. Люди, увидев чудотворение Серватиуса, причислили чужака-армянина к лику святых. Эта церковь построена на могиле с его мощами. Our church, our parish church, is dedicated to Saint Servatius. In Latin, we say Sanctus Servatius. In our own Dutch language, we say Saint Servas. Saint Servatius, he came here in the 4th century. He is born in Armenia and he came over the Alps to the west of Europe. And at that time, the people here who lived in this area were not Christian at all. So he started to preach and to tell something about the gospel, about Jesus Christ. And he built many churches, especially in Wallonia, also in the Limburg of the Netherlands, and in this area.
Армяне начинают проповедовать повсеместно. География проповедничества расширилась. Западная Европа, Центральная Азия, Индия. В деяниях святых отцов упоминаются несколько десятков святых армянского происхождения, которые известны в католической церкви и внесли свою лепту в дело распространения христианства в мире. В числе армян, прибывших в Западную Европу с миссией проповедничества, были Григорий из Талара, который проповедовал на юге Франции, сам Биаджо в Италии, в Германии Сан-Блазиус, в Центральной Азии Кар-Макар, в Индии Томас из Каная и другие. Однако это лишь первая попытка проповеднической деятельности армянских святых. Avec l'invasion musulmane, mais on a une deuxième vague extrêmement dense et très bien documentée avec le 10e et le 11e siècle, où on peut mentionner notamment Siméon de Mantoue, pour lequel on a des textes quasi contemporains, Macaire de Gand, pour lequel on a une vita ancienne écrite par un témoin oculaire ou peu s'en faut. On peut également mentionner Grégoris de Passau, en Bavière, pour lequel on a conservé des plaques résumant sa vie. Et sur ces plaques de bronze, on lit en toutes lettres « Natione Armenorum » de la nation des Arméniens. Тут покоится прах архиепископа Григория из Армении, отшельника из Пасау и учителя святого Энгельмара, скончавшегося 23 сентября 1093 года. Это надгробная надпись святого по имени Григорий. В историографической книге собора в Виндберге, находящегося недалеко от немецкого города Пасау, читаем запись. Скончался в полдень во время солнечного затмения и захоронен перед алтарем собора Нидерембурга. На сегодняшний день также сохранилась могила архиепископа Григориуса, которого похоронили напротив алтаря восстановленного собора Святого Христа. В Баварии он имел несколько учеников, которые впоследствии были причислены к лику святых. В свое время был известен также Григорий из Питивье. Ce saint, qui est mort donc au début du XIe siècle à Pithiviers, au sud de Paris, est très clairement un saint arménien, puisqu'on parle de saint Grégoire d'Arménie. Et la caractéristique de ce saint, c'est qu'à la lecture de sa vie, on s'aperçoit qu'il est le premier à avoir introduit en Occident le pain d'épices, qui deviendra une spécialité de la région. Et aujourd'hui encore, quand on va à Pithiviers, quand on va au vieux musée, on voit le plus ancien moule à pain d'épices de la région, qui est considéré comme le plus ancien pain à pain d'épices conservé aujourd'hui, moule à pain d'épices conservé aujourd'hui, et on lit très clairement Saint Grégoire d'Arménie sur le moule. В 11 веке в бельгийском городе Гент встречаем армянского проповедника. В ряде европейских стран, проводивший проповедническую миссию святой Макар, или как его называли местные Макариус, в 1011 году гостит в аббатстве святого Бавона. Слухи об его чудоврачении и самопожертвовании распространяются повсюду. После его смерти высший орган Рима причисляет к лику святых епископа Макара из Антиоха, признав его чудодеянием. Святой Макариус упоминается в Acta Sanctorum – Деяния святых католической церкви. Очевидец чудодействий святого Макариуса оставил весьма привлекательную запись. Не золото Аравии, не траур Ассирии, а цветок Армении, слава Фландрии и краса генцев. Но влияние армянской духовной мысли в Европе
не ограничивается только лишь проповеднической деятельностью. Практически параллельно с христианской проповедью, армянский дух, мысль и слово проникли в европейское церковное строительство. Дошедшая до нас самая ранняя информация о построенной армянами церкви в Европе содержится во французской энциклопедии «Ларус», датируемой 416 годом. В энциклопедии отмечено, что некто Жан Кассиен из Армении в 416 году в Марселе построил церковь. Ces contacts que l'Arménie a commencé à développer avec l'Occident, avec ce qui allait devenir l'Europe à l'occasion de sa christianisation, ces contacts ont continué tout au long de l'histoire arménienne et on peut voir aussi pendant tout le Moyen-Âge occidental des personnages en lien avec l'Arménie. On pense par exemple à l'architecte ou aux architectes de l'église de Germigny-les-Prés en France, qui n'est pas une église arménienne mais qui est une église dont l'architecture est imprégnée par l'Arménie. Еще в 806 году построена церковь Жермени де Пре, автором которой является придворный архитектор Карла Великого Одоле Мессен. Германцы его называли Одо фон Мец. Однако о его армянском происхождении указывают не только французский востоковед Арменовед Майер, но и путеводитель церкви Жермени де Пре. Об этой орлеанской церкви французский искусствовед Генри Фуссион пишет: «Жермени де Пре очерчивает восточный облик. История церкви исходит от одной восточной модели. Несомненно, это Эчмядзинский армянский кафедральный собор». Четырехапсидный, лаконичный план церкви напоминает Эчмядзинский кафедральный собор и церковь Багарани, а также другие культурные сооружения в Армении и Далматии, пишет Ликуэн. Еще более основательным является высказывание обо всем этом попечителя данной церкви Тотти. Для лучшего понимания этого интересного сооружения уместно вспомнить колоссальную роль Армении, одной из самых древних христианских стран, в сфере строительства. В Милане существует еще одно архитектурное творение, построенное в том же столетии. Церковь Сан-Сатиру имеет купольное, четырехапсидное на четырех колоннах центрально вытянутое строение. Греческий архитектор Григорий Димитрокалис, взяв за основу труды разных ученых, тщательно сопоставив Сан-Сатиру и Багаран, написал: «Такой архитектурный тип возник слиянием крестообразной и трех-четырехапсидной формы, который возник в Армении, а через Малую Азию передался Греции, а дальше и Западу». Армянский след в области церковного строительства обнаружился и утвердился в Европе благодаря Леонардо да Винчи.
XIX веке снова возник интерес к огромному научному наследию Леонардо. Искусствовед Жан-Поль Рихтер показал, откуда черпал свой талант Леонардо. Он выдвинул так называемый «восточный вопрос» Леонардо, основываясь на нескольких страницах Кодекса Атлантикуса. Теория Рихтера Леонардо на Востоке была опубликована в 1881 году в журнале «Zeitschrift für Bildende Kunst». Спустя несколько лет, благодаря усилиям австрийского искусствоведа Стржиговского, работа «Восточная версия» была переименована в армянскую версию. В одной из рукописей Леонардо да Винчи, которая хранится в Миланской библиотеке Амбразиано, в Кодексе Атлантикуса содержится информация о его визите в Армению с описанием также горы Тавр и реки Евфрат, а на оборотной стороне изображена карта Армении. В Королевской библиотеке Турина в одной из хранившихся там рукописей находим изображение голов трех азиатов, которые, по словам Рихтера, являются головами армян. В архиве Французского института Парижа до наших дней сохранились гравюры Леонардо, напоминающие армянские крестообразные центрально-купольные церкви. Рукописи Леонардо сохранились также в Англии. В них упоминается Киликия. Можно предположить, что это не весь список рукописей Леонардо о Армении. Однако и этого достаточно для ученых, утверждающих о армянской версии архитектурного гения Леонардо да Винчи. Хранившиеся в библиотеке Амбразиано литературные страницы Леонардо об Армении упоминаются как армянские письма, которые адресованы Марспану Сирии и уполномоченному египетского султана. Леонардо писал: «Недавно в наших северных краях произошла трагедия, которая, несомненно, испугает не только вас, но также весь мир. Об этом я расскажу ниже, раскрыв прежде результат, а после – причину. Прежде всего в Армении я посетил город Калиндра. С любовью и охотой выполняя то задание, ради которого вы меня направили в Армению. Потому как этот город наилучшим образом мог бы послужить нашей цели, так как он близко расположен к нашей границе. В письме далее Леонардо описывает гору Тавр, показывая ее строение и габариты, рядом иллюстрируя графическое изображение горы. В рукописи нашли место описания природы Армении, а также оглавление запланированной об Армении книги. По мнению специалистов,
Трагедии, описанные в рукописях Леонардо, указывают на землетрясение и наводнение в Ерзенка весной 1482 года, ибо это свойственно поселению, построенному у берегов Евфрата и у подножия Тавра. Некоторые ученые сомневаются относительно проделанного путешествия Леонардо в Армению, предполагая, что эти письма всего лишь результат его яркого воображения, и что обнаруженные оглавления книги всего лишь являются эскизами будущего романа. Даже если Леонардо задумал написать роман, то, несомненно, на армянскую тематику. Есть еще один факт, доказывающий о его путешествии в Армению. Леонардо, говоря о цветах живописи, использует термин «terra armena», что соответствует темно-желтому или светло-коричневому цвету, который другие живописцы никогда не использовали. Можно предположить, что составляющие вещества этого цвета художник лично привез из Армении. И все же наиболее связывающим фактором Леонардо с Арменией стала армянская церковная архитектура. Будучи прекрасно знакомым с оставленным богатым наследием гениального мыслителя Возрождения, в частности проектов церквей, Стражиговский добавляет, если эти эскизы сравнить с планировкой Багарана и не будет учтено авторство Леонардо, можно предполагать, что эти чертежи являются гравюрами архитектора, создавшего Багаран. В 80-х годах 15-го столетия Леонардо да Винчи, Франческо ди Джорджио и Браманте входили в состав коллегии миланских инженеров. У искусствоведов бытует мнение, что такое сотрудничество позволило сконцентрировать их внимание на центрально-купольных сооружениях. Возможно, во время этих встреч Леонардо ознакомил их со своими чертежами. Итак, Леонардо стал носителем и распространителем армянской конструктивной идеи на Западе, помогая мировому признанию армянской архитектуры. Архитектор Михайлов в своей книге «Леонардо да Винчи. Архитектор» пишет: «Леонардо значительно опередил Браманте и, возможно, способствовал развитию творческой мысли последнего». Без гениальных архитектурных эскизов Леонардо, наверное, не было бы общеизвестных творений Браманте в Риме. При строительстве собора Святого Петра в Ватикане во всех представленных эскизных проектах доминировала одна и та же идея – вписанный в квадрат в форме равностороннего креста каркас, состоящий из четырех апсид, завершающийся куполом, аналогичному Багарану и Эчмиадзину. Если Ренессанси Жаманак, Айтасканеры, Галисейн, Тегуз Инкнурун, ну, Браман, Тенкам, Леонардон, Айн, Тесакетин, Ур, Катариал, Тачари, Оринак, Андисануме, Нерсид, Дартис, Карапсид, Кмбета, Чорсюнери, Вра, Айн, Кмбета, Эчмиадзин, Багани, Типа, Апа, нынпес апартаналу իրանք ունենք, որտև դանից հազար տարի առաջ արդեն հայ ճարտարապետներ եկել էին դրան։ Անկախ նրանից դրանք տեսել են, թե չեն տեսել։ Բայց մեզից հազար տարի հետո այդ հսկաները եկել են այդ կարծիքին։ С 1485 года до 1530 года в Италии были построены несколько десятков центрально-купольных церквей. По словам архитектора и летописца Вазари, армянский архитектурный стиль практически без изменений, наиболее ярче, чем в соборе Святого Петра в Риме, прослеживается в завершенном в 1521 году в Пармском соборе Мадонна делла Стеката.
Церковь в Кариньяно, построенная в 1552 году, имеет такой же тип строения. И этот список можно продолжить. Стржеговский в своем известном двухтомнике «Архитектура армян и Европа» заключает: «Армяне раньше Рима официально приняли христианство. Армянин создал молебный дом, квадратное пространство, перекрытое куполом. В раннехристианском искусстве Армения заняла особое место, так как купол на квадрате с четырьмя апсидами изначально являлся главным мотивом в церковном строительстве». В деле распространения армянской культуры немалую роль сыграли также армянские каменотесы и мастера-строители, которые группами перемещались из страны в страну, так же, как армянские священники. В Италии в период Возрождения число армянских церквей достигло 40. На протяжении многих веков Апеннинский полуостров стал плодотворной почвой для армянской культуры и церковного строительства. Es ist nicht zu verstehen die europäische Kulturgeschichte ohne den Einfluss der armenischen Menschen und der armenischen Kultur in der Architektur, in der Militärgeschichte. Erwähnenswert sind auch armenische Heilige, die in deutschen Landen bis heute sehr verehrt werden. Nicht zuletzt ist zu erwähnen die Arbeit der Mechitaristenpatres. Логическим итогом армянской духовной жизни в Италии стала конгрегация мохитаристов на острове Святого Лазаря в Венеции. Им была отведена историческая роль – стать маяком армянской культуры и духовной жизни в Европе. В 1717 году Венецианская республика в знак дружбы подарила конгрегации мохитаристов остров Святого Лазаря. В центре Европы ярко горел маяк армянской культуры с единственной целью – собрать вокруг себя ученых и писателей, композиторов и художников, священнослужителей и преподавателей, и, естественно, армян. Неоценима роль мохитаристов в деле сохранения, развития и распространения армянской культуры и духовных ценностей. Армянский след в Европе проявляется везде. От архитектуры до военного искусства.
Неоднократно должность наместника византийских императоров занимали армянские военачальники. Наиболее известными из них были Нерсес Хайказан Патрик и Исаак Хайказан. На склепе последнего, находящегося в церкви святого Виталия в Равенне, есть надпись «Слава своей родины Армении». Существует еще одна надпись в церкви VII века неподалеку от Венеции на острове Торчелло, согласно которой первую церковь на острове построил Исаак, прославивший свою родину. Во французском городе Авиньоне встречаем другой пример увековечивания памяти другого армянина. Благодарные французы в центре города в честь Арутюна Алтуняна установили небольшой, но красивый памятник. Еще в XVIII веке агроном с армянскими корнями внес немалый вклад в дело развития сельского хозяйства. Европейцы хорошо знакомы также с армянской письменностью и историей. Потолок лестничной клетки архиепископской резиденции немецкого города Вицбурга украшает роспись великого итальянского художника XVIII века Тьеполо «Четыре континента». В азиатской части фрески изображены создатель армянской письменности Месроп Маштоц и армянский алфавит. Как живописец, так и заказчик, по всей видимости, хорошо знали, что маштоцовские буквы, будучи сугубо письменными знаками, также имеют огромную духовную ценность. От цивилизации, ушедшей из Арарата на запад, есть свидетельства в народных эпосах некоторых европейских народов, в частности у басков и баварцев, в которых находим четкие упоминания об Арарате, об Армении, колыбели своих предков. Вот так вот на протяжении веков распространившаяся из Арарата до Европы армянская мысль и культурный гений оставили неизгладимый след в мировой цивилизации.